Футболистов сборной Венгрии, вернувшихся из Франции, в Будапеште встречали как героев. Сокрушительное поражение в последнем матче с бельгийцами не помешало венграм порадоваться первому за последние 44 года участию своей национальной команды в чемпионате Европы. «Мы рады вернуться домой, хотя не прочь были и задержаться там подольше, если бы у нас это получилось. Что ж, на этот раз не вышло. Но мы очень рады такому теплому приему и надеемся, что это только начало», — сказал хавбек сборной Золтан Гера. Венгерские болельщики благодарны своим футболистам, которым удалось дойти до 1/8 финала во главе своей группы F и продемонстрировать захватывающую игру в матче с Португалией, самым пока результативным на Евро-2016. «У нас были ожидания, но ребята их превзошли. Все было просто идеально. Такое не часто случается у нас в Венгрии, поэтому я захотел, чтобы и моя маленькая дочь пришла праздновать вместе с нами. Редко бывало такое до сих пор, но надеемся, что будет происходить теперь гораздо чаще». Корреспондент Евроньюс передает из Будапешта. За последние 2 недели что-то изменилось в Венгрии. Команда попросила болельщиков сохранить свой энтузиазм, чтобы это чудо продолжалось не только 2 недели. Ой, Агош Андреа, Евроньюс, Будапешт.